чтобы почувствовать вкус страстной Мексики. Аромат романтичного Прованса и колорит загадочного Кавказа надо готовить из аутентичных ингредиентов. Поэтому в соусы Торчин мы добавили перец халапеньо в соус мехикано, пряные травы в соус тартар и кусочки паприки в аджику. Соусы Торчин. Добавь местного колорита. Фыс-фыс! Poți folosi în siguranță noul Power & Shine pentru bucătărie în zonele în care gătești. Cif! Adio, murdărie urâtă! Bun venit, casă frumoasă! Te bucuri de prospețime! Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Sponsor pe casă Bosch. Bosch. Техника, которая говорит сама за себя. Всем добро пожаловать, уважаемые наши телезрители, голодные, проголодавшиеся или просто, слава богу, которые проснулись этим утром и готовы вместе с нами начать замечательные кулинарные процессы. Почему они всегда приятные? Потому что, как минимум, организму нужно давать вот эту вот пищу, и пищу не только для нашего тела, но и пищу для ума. Сегодня у нас, да, просто какое-то такое музыкально-французское настроение, знаете, так хочется начать эту программу с песни там «Розовый фламинго, летел закат». Вот, а почему Франция, вы сейчас узнаете все, конечно, потому что у нас сегодня, во-первых, самые яркие представители, руководители, пиар-менеджеры, в общем, друзья, все, что касается именно танцевального клуба «Фламинго». Здравствуйте! Очень рад, что вы к нам приехали. Про Францию, про Париж мы это все обсудим. Я для начала нашим телезрителям расскажу, что мы сегодня готовим. И вам, в том числе, и тогда вы поймете, каким волшебным образом, не сговариваясь с вами, мы вместе окажемся в Париже. Буквально вот так вот, по щелчку пальца. Но для начала хочу поблагодарить сеть магазинов Kaufland, которые всегда нам предоставляют качественные, свежие, отборные продукты. Это касается не только продуктов питания, но и всевозможные есть хозяйства. Естественные предметы для быта, для уюта, для дома, но в качестве своей продукции Kaufland всегда гарантирует, во-первых, да, и всегда нас убеждает, вас убеждает, мало того, еще очень доступные цены. Вот, ну, сегодня на столе у нас, значит, грибочки, лучок, морковка, цукини, что очень-очень важно, потому что осень подходит к своему завершению, и надо зимой напитываться как раз витаминками. У нас есть куриное филе, но вообще в... В первоначальном рецепте идет индюшатина, поэтому нужно туда как бы вот индюшку. Вот. И у нас есть, значит, чебрец. И, внимание, у нас сегодня главный герой от наших партнеров, от соусов Торчин, это соус тартар. И вот теперь тартар плавно переходит к вам. Почему? Потому что тартар был придуман при царе, так сказать, при короле Людовике XIV, представляешь? И где? Во Франции. Французский, значит, король дрался с татарами, представляешь? Вот, дрался с ними, и был настолько воодушевлен силой этих воинов, что он послал туда своего шпиона по и тот говорит, они едят какую-то непонятную смесь из трав, яичных желтков, чего-то такое. Вот. И он так его назвал, тартарский соус. Поэтому как бы тартар оттуда вот и идет. Представляете? И вот вам Франция, Париж, вуаля! Да. Вот так вот. Всему. Да, смотрите, сейчас, ну так получается, что в этой программе не надо вначале много рассказать, а потом уже с вами поговорить. Я тогда сейчас начну раскидывать задания. Конечно, мои гости привыкли больше работать ногами, но сегодня придется и руками. Вот, да, предлагаю тебе тогда взять цукини на себя. Нам нужно будет их разрезать вот так вот пополам, сделать лодочки и мякоть оттуда вынуть ложечкой. Ты проси все, что надо. Проси все, что хочешь. Вот, я дам тебе нож. Ну, а у тебя, Валера, будет вообще шикарное действие. Тебе вообще ничего делать не надо будет. Значит, тоже можешь попросить... Инженеры все придумали. Разрезать, да-да-да, разрезать морковку пополам. Можешь ее целиком, в принципе, пихать туда, как тебе удобно. Но мне нужно вначале будет, чтобы наш аппарат, великолепный гаджет, нам накубировал, значит, морковку. Я ее закину сразу же в сковородочку. Потом лучок, я его тоже буду сразу по ходу закидывать. А я пока буду нарезать грибочки и... И филешечку. Так, ты ищешь нож, да? Да, мне бы нож и вторую доску. Ну, вы можете... Мы можем здесь подвинуться. Замечательно. Знаете, как мне кажется, что танцорам не привыкать в какой-то определенной тесноте. Да. Потому что, когда иногда дают гримерку там метр на метр, понимаешь, а у тебя коллектив... Сколько сейчас человек в коллективе? 8. А у вас 8 человек? Ну, в шоу-балете, да. Ну, в шоу-балете, да. Так ты представляешь, сколько и как это вообще происходит? Но я не говорю уже про чемпионат, если вообще отходить куда-то там, к бальным
танцам и так далее. Так, ну что, режем и говорим, что сейчас происходит в мире шоу-бизнеса, в мире танца. Удается где-то еще выступать? Какие поездки? Я знаю, что есть сумасшедшая была история, связанная с Францией, но об этом все по чуть-чуть. Let's go, давай начнем. Ну, конечно, в связи с пандемией все пошло на спад. Угу. Ну, вот я даже не думала, что будет такая возможность полететь во Францию к нашей диаспоре, угу. Которая заказала нас вот благодаря Валерию. Угу. Да? Не добавишь ничего? Вот. Заказ был очень интересный. Мы поехали как танцоры одной пары. Я поехала со своим партнером. Так. Нас очень хорошо встретили, обеспечили питанием, гостиницей, проживанием. Правда, предполагалась поездка буквально туда и обратно сразу, чисто выступить на свадьбе и обратно. Но я не соглашалась на такие условия. Говорю, если лететь во Францию, то хотя бы погулять и хоть что-то успеть посмотреть. Конечно, для Франции... Для Франции двое суток, ну, как бы, наверное, там, пятница, да, я ночью приехала, прилетела туда. Суббота, воскресенье и в понедельник обратно, конечно, это очень маловато. Я мало что успела посмотреть, но меня впечатлила их восторженность, как они встретили вообще нас со слезами на глазах и буквально... Так, увлекательный процесс, да. Все, я закончил. Вырубайте, Валерий. Прекрасно. Теперь давайте сразу же ваше содержимое. Бросайте мне на сковородочку. Сейчас я только маслицем сюда полью. Аккуратненько да, поднимайте этот весь гаджет. Я возвращаюсь, на самом деле, к этой истории. Почему хотелось нам обязательно сегодня пригласить наших гостей и рассказать вам о том, как оставшаяся часть наших граждан, находясь далеко за пределами и из-за пандемии, не имеющих возможности приехать, действительно ностальгирует по настроению. По танцам, по традициям, ну, как бы, да? Да, вот там есть шоу-балеты, но не настолько развито у них, тем более молдавская шоу-программа, вот эти традиции, обычаи, которые наши люди привыкли видеть, все обряды, они просто встречали нашу шоу-программу стоя, со слезами на глазах, с аплодисментами, бурными овациями. Для меня это было, конечно, ну, просто, когда тут танцуешь на некоторых свадьбах, многие могут уткнуться в тарелку, как бы думать там о своем, как бы привыкшие. А вот тот народ, наша диаспора, конечно, встречала с большим восторгом и прощались со мной, и еще приедешь на Куматрию. И как бы ведущая там тоже говорит, если что, будем сотрудничать. Я говорю, обязательно, мне понравилось, как бы я мало что посмотрела, мало что увидела во Франции, все бегом-бегом. Просила, конечно, их, они на заму пригласили на следующий день, и все, и давайте с нами, давайте туда, но я просила очень, покажите мне, пожалуйста, Францию, что-нибудь еще, покажите мне Францию, да. Я же не приехала туда развлекаться, понятное дело, я приехала туда работать. Они такие, ну, кто тебя отвезет? Все хотят отдохнуть, расслабиться. Да, серединку вот сюда вот складывайте. Вот так вот, друзья, к чему? К тому, что как бы мы порой не ценим то, что у нас с вами происходит, и то, что у нас с вами есть. Вот, а у нас очень много чего есть. Наш край богатый и на людей, и в том числе у нас кухня богатая. Если вот так вот, ну, брать какие-то вот, скажем, там, не знаю, ну, гастроли или какие-нибудь вероятные... там, не знаю, поездки. Почему в первую очередь всегда тоскуется вот в плане кулинарии? Чего не хватает, вот, как вы считаете? Ну, когда вы уезжаете, есть какое-то любимое блюдо, которое у вас, ну, прям, ну, очень-очень хочется где-нибудь за пределами? Вот, плацинды молдавские. То есть плацинды, да? Голубцы. Голубцы. Но там... А что-то французского удалось поесть? Французского... Вот я... Нет, французского нет. Нет, французского нет. Я кофе попила зато возле Эйфелевой башни. Французский кофе попила, да. Ну, уже как бы. И то хорошо. Попробуем. Кстати, там молдавский ресторан. Еда такая же, как у нас, ничем не отличишь. Все-все-все. Ведущая сама с Молдовы. Диджей с Молдовы, и даже фото-видеооператоры, и бармены. Я думала, они как бы с Румынии, а так еще с ними на румынском. А оказывается, они тоже с Молдовы.
То есть, в принципе, наш брат уже как бы хорошо, хорошо себя зарекомендовал, да. Зарекомендовал уже и далеко за пределами нашей страны. Так, ну что, друзья, действительно, путешествовать это хорошо, и когда есть и удается такая возможность, это очень и очень круто. Я все-таки вернусь к нашему соусу тартар. Вообще, сейчас мы готовим, да, вот серединку мы еще вынимаем, и у нас отличные лодочки получились. Если получится еще чуть глубже, будет замечательно, но, опять же, это все на, как говорится, дело вкуса, потому что в кулинарии, вообще в готовке, ну, мне тяжело какие-то правила прямо вводить, опять же, если только не касается десертов. Мне, слава богу, не пришлось перепрофилироваться, да, потому что я знаю, что, ну, как бы пандемия внесла коррективы у многих, да, и многие, и танцоры в том числе, параллельно, но вынуждены, опять же, пошли, либо прошли курсы, либо перешли в какие-то другие профессии, начали уже немножко подрабатывать. То есть, ну, как бы вот, ну, это жизнь, ничего здесь не поделаешь. Ну, мне пришлось работать дома, на дому. Ко мне приходили детки, потому что я не только танцор, я еще и тренер по спортивным бальным танцам и эстрадным. Вот. То есть и в домашних условиях можно было еще, по крайней мере, позволить себе. Я оборудовала, да, себе комнату, заказала зеркала на стойках. И детки приезжали ко мне, потому что это, ну, прям когда было жестко, никто не мог выходить из дома. Из дома, да, там вообще. Сейчас уже полегче, уже студия работает, уже приходят и взрослые, и дети. Правда, сейчас в ноябре опять свадьбы отменили. Ну, отменили, опять же, видите, как согласно сейчас постановлению, отменили в городах так называемых красной зоны, то есть это Кишинев, Бельцинова, Онена, Дондюшана и Приднестровье. Вот, а в остальных, так сказать, лесах и полянках, наверное, все это возможно. Так что да, сдаваться не надо, оптимизм, я думаю, всегда победит. Вот, Валерий, ваша какая вот доля, так сказать, успеха «Фламинго» и вообще, как вы себя чувствуете, ну, вот в роли пиар-менеджер, арт-директор. Да. Я себя отлично, прекрасно чувствую в этой роли. И процент участия, ну, не знаю, может быть, 10-15. Остальное все Анастасия своими знаниями, опытом. Вот. Что сейчас, ну как, на твой взгляд, что сейчас реально актуально? То есть вот мне кажется, что тот же самый ТикТок, он где-то как будто ножом по сердцу для танцоров, потому что когда они видят, что популярными становятся видео или движения, где просто-напросто минимум одежды, но максимум эффекта, как говорят, знаете, минимум одежды и какие-то простые пару вот этих вот, и все. И там ролик набирает какие-то сумасшедшие просмотры. И мне кажется, человек, у которого есть хореографическое образование, или, по крайней мере, знает, что такое танцы, и учился долго и много, мне кажется, что там прям боль неимоверно. Думаю, что? И это набирает миллион, а выкладываешь свою чачу или какой-нибудь там медленный фокстрот. Да, и уже это не актуально. И это уже как-то, да, типа, а ну что это вообще? Что это за танцы, да? То есть, как с этим, не знаю, бороться или не бороться, стоит ли поддаваться тенденциям ТикТока и современному миру, потому что, ну, мне кажется, талантливый танцор должен уметь все, в том числе даже как бы тиктоковские, да, движения. Согласен. Ну, сейчас, опять же, во время пандемии всем интереснее танцевать дома, а не так часто можно собираться в каких-то местах, поэтому ТикТок стал более популярный именно сейчас. Вот. Ну, честно скажи, учил какие-то движения из ТикТока? Нет. Не учил. У меня есть ТикТок, я его себе создал, но пока туда ничего не загрузил. Но вот мне всегда, знаешь, что было интересно, что кто-то все-таки эти движения, пусть даже самые банальные, самые примитивные, но придумывает и создает, понимаешь? То есть мне вот в этом плане думают, как так? Ведь кто-то же это придумывает, и это почему-то вдруг срывает ТикТок. Ну, а почему это делаем не мы? Почему это делаете не вы? Вот в чем вопрос. Да, Я на этот вопрос ответ получу, друзья, после рекламы. Мы сейчас здесь быстренько наведем порядок. И слава богу, что у нас есть уникальное средство ЧИФ, которое, как вы видите, может нам позволить наводить порядок даже в зоне, где мы готовим. То есть мне стоит вот так вот быстренько пшикнуть, и я сразу же навожу порядок тут же и чищу доску, и быстренько рабочий стол, и место, где мы готовим. Реклама на канале РТР Молдова. Сейчас вернемся. Соусы Дорчин. Добавь местного колорита. С
Спонсор показа Bosch. Дорогие друзья, это «Азбука вкуса» на канале РТР Молдова. Мы общаемся с великолепными ребятками, которые представляют шоу «Балет Фламинго», и которые вот привезли нам эмоции из Франции, эмоции наших же граждан, которые соскучились по всему традиционному, по в том числе как бы культуре, я не говорю уже даже про блюда и про кухню. И у нас такая связка получилась несговоренная, недоговоренная, сразу вам говорю, но просто сегодня на удивление рецепт, который нам предоставила компания «Торчин» Молдова, очень совпал с нашими французскими путешествиями. И путешествие непосредственно самой Анастасии, которая застряла в аэропорту. Это отдельная история, да. Так вот, мы остановились на теме, на вопросе с тобой, если ты помнишь. По поводу ТикТока? Да, да, да. Я этим вопросом не занимался. Все, не вот все. Спасибо большое. Ответ получен, дорогие друзья. Итак, благодаря сети магазинов Kaufland, посмотрите, значит, у нас свежайшие цукини, которые такая, о, точно, я же должна резать, да? Точно? Так вот, да, нужно накромсать серединку, то есть ничего у нас не уходит в отходы, друзья. Это очень супер здорово. Здесь что у нас томится? У нас томится морковка, которую пропустил Валера через Bosch, так сказать. Вот у нас здесь лучок, который тоже красиво, так вот очень эстетично смотрится. Мы сюда дальше докинули куриного мяска и грибочков. Если вам хочется совсем рождественского настроения, то тогда я вам рекомендую туда закинуть филе индейки. Оно будет прям ну, по-настоящему по-рождественски, понимаете? Вот. И сейчас мы вот эту вот смесь приостановим, потому что она уже потомилась достаточно. Вот. И я ее буду перекладывать в миску, потому что в эту миску сейчас это будет у нас в конце. Так, я хотел взять что? Ложку. И это все сюда переложить. Я к чему? К тому, что посмотрите, сколько ингредиентов у нас было в самом начале программы. Вы можете его даже, если смотрите сейчас нас на Ютубе, или, допустим, вам надо бежать, потом нас посмотрите, обязательно пролистните в начало, вы увидите, сколько у нас было грибов, сколько у нас было морковки, луковиц, да? Вот, то есть у нас часть даже остается ингредиентов. И я уверен, что вот эта вся смесь, которая у нас вот здесь, она тоже не вся сейчас поместится в эти красивые лодочки, которые ребята нам приготовили. Потому что из цукини нужно было вот вынуть мякоть, да, и оставить вот такое углубление. И теперь начинается настоящая предновогодняя магия. Мы сейчас с вами начнем эти цукини заполнять, но прежде вот эту вот смесь нам нужно будет, естественно, залить тем самым легендарным французским соусом тартар. Я попрошу тебя тогда вот сейчас с доски скидывай туда цукини мелко нарубленные. А запах какой? Жалко, что телевидение запах не передает. Да, да, такой. Желательно, конечно, чтобы все, на самом деле, слышали запахи, друзья. Сейчас такие времена, знаете, что лучше все-таки слышать запахи. Да. Тест проведен. Да, теперь берем соус тартар. Честно скажу, здесь что? Здесь чуть-чуть уксуса, здесь яичный желток, здесь травы. Вот это и есть тот самый знаменитый тартар соус, который французы по другой версии придумали в альтернативу, так сказать, русскому соусу или майонезу. То есть, в принципе, похоже, потому что это яичная основа и очень похоже. Но для нас он подходит абсолютно для любого блюда, будь то рыбное или мяско, или, как вы видите, и мяско, и овощи. Нам нужно сюда выдавить большую часть, то есть даже не 140 грамм, я думаю, что здесь у нас вся упаковочка уйдет нашего торчина. И вот теперь я попрошу моих замечательных друзей уже, да, это аккуратненько перемешать. Пожалуйста, это вам. Просто перемешивайте, смешайте, как салат оливье, вот просто так вот. А вообще часто приходится готовить? Мне? Не совсем. Ну, я понимаю, что много работы. Да. Но есть же какие-то блюда, которые противопоказаны, или нет? Или есть. Как бы танцоры могут есть все. Организм работает просто как комбайн, понимаете? Все, там такая трата калорий ежедневная, что можно действительно лопать все подряд.
трата есть калорий, но все равно с годами я сравниваю. Когда я была помоложе, было легче и похудеть, и держать себя в форме. Могла есть что угодно, и конфетки, и шоколадки. Это она говорит про неделю назад, говорит, когда я была помоложе. Сейчас как будто, знаете, пришла ко мне такая передача, те, кому за 50. Друзья, теперь, я в любом случае считаю, что как бы ты прекрасно выглядишь, и танцы – это идеальный спорт и занятие. Теперь смотрите, мы их выкладываем сюда. И вот теперь уже, пожалуйста, работайте на пару, закладывайте все содержимое сверху в наши лодочки. Я пока быстренько наведу... А я буду смотреть. Давайте, да-да-да. А я наведу быстренько порядок нашим средством ЧИФ здесь, потому что мы чуть-чуть, как вы видите, уже успели здесь оставить следы во время нашей готовки. Вот, ЧИФ, долой противная грязь, здравствуй, чистый дом. Так говорят создатели именно этого чистящего средства, которое помогает нам наводить порядок даже в зоне, где мы готовим. Заранее нужно будет разогреть духовочку. Уважаемые наши телезрители, 180 градусов должно у нас быть на показателе. И затем сейчас все, что мы сейчас создаем в этих лодочках, да, мы отправим туда буквально на 20 минут. И я, да, отлично, Валера, отлично. Да, все шикарно. А что ж ты держишь лодку? Парная работа. Надо ее туда уложить, лодочку-то. Так уложи. Да, укладывать нужно. Лодочка, плыви. Да, там еще для четвертое место. Или можно сверху прям. Все равно диете нужно придерживаться. В любом случае. Тяжело танцевать. Ну, вот это вот, да. Вот я тебя сейчас понимаю, потому что живот как будто немножко уже оттягивает вперед, и вроде как бы, конечно, стоечка это есть, понимаете, ты можешь быстренько красиво выйти, но ты партнерш уже ведешь не руками, а пузом, поэтому зачем? Она не понимает, где у тебя контактные точки все-таки. Да. Держать мышцы спины задние и все-таки напрягать свой плиц, потому что он в тебя стукается. Но я открою еще небольшие скобки. У нас сегодня удивительные гости, потому что помимо танцев, помимо увлечения тем замечательным видом спорта, Валера еще представляет еще одну интересную грань, я бы сказал, даже экстремальную. Валера у нас сноубордист. Это человек, который становится на сноуборд и сноубордит. Представляете? Да. Но у тебя вообще, как бы, у тебя, мне кажется, не та страна. У нас, мне кажется, не очень снежные зимы. Ты живешь? Я начал кататься именно в нашей стране. Именно в Молдове, в Калараше. Первый раз я встал на доску. То есть в Калараше снег какой-то особенный, да? А там у них есть спуск 3-километровый. Ага. И когда была последняя зима, это был первый и последний раз, когда я в Молдове катался, да, действительно. Очень сложно любителю сноуборда жить в Молдавии, да. И для этого приходится, наверное, чуть-чуть поэкстремальничать уже с другой стороны. Я имею в виду находить какие-то средства, откладывать какие-то денежки для того, чтобы ездить хотя бы, не знаю, в ближайшую соседнюю Украину. Где? Румыния? Где еще катаются? Я сейчас катаюсь в основном в Буковеле. Там очень интересные трассы. И, это можно укладываться. Если лето, весна, осень копить, собирать, то отличная поездка получается. Самое дорогое – это оборудование. Вот я только хотел сказать, что самое дорогое – это оборудование. И такой вид спорта, конечно, уже, смотрите, вам выбирать. Но какой максимальный возраст сноубордистов, который ты видел? То есть, может быть, это какое-то увлечение просто пока тебе, там, не знаю, до 30, до 40, или есть постарше ребята, девчата? Я лично видел и девчата, и мужички, да, за 50 катаются. Они подсаживаются. Это если ты встал на сноуборд, это на всю жизнь. Вот я первый раз встану, хочу попробовать. Да? Вот и все. И это на всю жизнь. Понимаешь? Друзья, показываю теперь на камеру, как вот здесь, вот в нашем разговоре, который, не знаю, минут 20 максимум, наверное, длился. Посмотрите, какое чудо получилось. Мне кажется, что если вы веган или сыроежка, как называют, да, то, в принципе, можете уже... А нет, здесь курочка нельзя. Мы тогда курочку вынем, остальное тогда оставим вам, потому что я знаю, что вы любите все натуральное. Но здесь тоже все натуральное, но, правда, есть мяско. Я отправляю это все в духовочку. Валера вот сейчас туда откроет нам наш духовой шкаф, я имею в виду, для телезрителей. Итак, нам нужно, чтобы наши цукини продержались здесь при 180 градусах, продержались у нас 20 минут. 20 минут, таймер пошел. Наше блюдо уже готово, по крайней мере, духовочка сообщила о том, что цукини уже немножко потомились в этих жарких температурах, и вся начинка тоже уже готова. Я попрошу Анастасию тогда, если можно, дощечку на серединку плиты, да, чтобы я мог туда, наверное, выложить сейчас наше великолепие с невероятным ароматом. То есть, если ты сейчас вот
вот, как опять же сказали, вы не слышите этих запахов, но почувствуй, да? Чувствуешь? Почувствуй аромат нашей любви. Вот так вот. Да. Полезнейшее блюдо, потому что осенью всегда хочется, во-первых, чего-нибудь горячего, это уж точно, того просит сам организм, да, и чтобы польза была неимоверная. А здесь у нас и белок, который по секрету японского долголетия очень необходим нашему организму, морковь, которая обладает большим количеством микро- и макроэлементов, в том числе для свежести нашего с вами организма. Здесь лучок, который разжижает кровь, а это очень важно, особенно в эти ковидные времена, и великолепно абсолютно заправка с самим соусом тартар от Торчин, от наших партнеров. И, честно говоря, хочется это блюдо вот почему-то вот так вот аутентично оставить, но подача есть подача, будем сейчас красиво украшать. Может быть, мы две лодочки и оставим, а вот сюда красиво это все подадим. Так, ну что, новогодние праздники чаще всего дома или все-таки на работе? Во время пандемии, наверное, все-таки дома. Ага. А когда не было у нас такой ситуации с ковидом, то работали, да. И поездки, кстати. Самый необычный подарок, который ты получала вообще в своей жизни на Новый год. Может, что-то вспомнить такое? На Новый год? Именно на Новый год не знаю. Хорошо, друзья, тогда этим подарком будет наш великолепный рецепт. Итак, соус тартар с пряными травами, яичный желток. Друзья, травы и смесь уксуса, плюс что сюда еще? Здесь абсолютно все натуральное. Да, мы за это, как говорится, несем ответственность. Посмотрите, у нас даже есть зеленый значок. И мы вот таким вот образом делаем просто вот красивую горочку. Для того, чтобы вы могли кусочек затем этого великолепного блюда отрезать, макнуть еще раз дополнительно в этот соус. Сейчас я как-то его красиво вам подам. И насладиться им. Вот такие вот у нас сегодня веселые, что называется, танцы. Но не без подарков. Я почему заговорил о подарке? Потому что компания Торчин благодарит каждого гостя, кто приходит к нам в студию. И это действительно не шуточки. Посмотрите, я тебе принес новую спортивную обувь, но не сегодня. Значит, компания Торчин предлагает вам самим лично насладиться целым набором всевозможных соусов. Во-первых, получайте свой соевый соус, если вы любите готовить суши. Если нет, мы вас научим. Всевозможные аксессуары и гаджеты. Отдельную сумочку-авоську для того, чтобы вы могли ходить в магазины и не тратиться там на всевозможные био-эко-пакеты. Но самое главное и мое самое любимое – это ваш собственный фартук. Как вы будете сейчас делить это все с Валерой, я не знаю. Но то, что я вам это все вручаю… Это опять мне. Это вам. Да, пользуйтесь. Спасибо. На здоровье, наслаждайтесь вкусом и натуральностью ингредиентов Торчин. Вот. Ну что, дорогие друзья, у нас программа подходит к завершению. Мы желаем вам всем крепкого-крепкого здоровья. А сувенирчики? И сувенирчики тоже получают. Ух ты, у меня теперь будет актуальная маска. И актуальная маска на миску. Спасибо большое, спасибо. Ну что, носите маски, живите здорово и, конечно, питайтесь здоровой едой. За натуральность мы отвечаем. Азбука вкуса на канале РТР Молдова. Анастасию, Валеру я благодарю. Всем здоровья, танцуйте по жизни. Пока. Торчин знает. Чтобы почувствовать вкус страстной Мексики, аромат романтичного Прованса и колорит загадочного Кавказа, надо готовить из аутентичных ингредиентов. Поэтому в соусы Торчин мы добавили перец халапеньо в соус мехикано, пряные травы в соус тартар и кусочки паприки в аджику. Соусы Торчин. Добавь местного колорита. Cu CIF Power & Shine Baie, chiuveta ta este din nou curată. Nu deteriorează suprafețele. Chiuveta ta este ca nouă. CIF. Adio, murdărie urâtă. Bun venit, casă frumoasă! Te bucuri de prospețime! Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Показа Bosch. Bosch. Техника, которая говорит сама за себя.